Всем привет! Вы на канале Анука. И сегодня вот к нам на обзор попало вот такое крепление для пневматических винтовок. Вот. Крепление для прицелов, для пневмовинтовок. Вот. Производитель Diana ZR Mount Bull's Ear. А новая версия. Это поставка 2019 года. Значит, исключительная особенность, и для чего применяются такие крепления, потому что мощные пневматические винтовки разбивают практически все прицелы, особенно если пружина поршневые, если не газовая пружина. Вот, для того, чтобы этого избежать и сохранить оптику вашу, вот используется такая запатентированная технология Diana производителя. Значит, о чем ее вот комплектация, сейчас разберемся. Особенность, инструкция, немцы делают, немцы придумали. Вот видите, здесь есть такая пружинка, к слову, это на ласточкин хвост крепление 11 миллиметров, и кольца под 1 дюйм 25,4 и под 30 миллиметров. Вот видите, можно вот это колечко проставочное снимать, вот что при выстреле. Вот такая идет амортизация по направляющей. Вот три болта крепления, кольца. Вот направление показано, как нужно устанавливать. Вот такой отличный девайс. Сохранит оптику, удобный, простой в использовании. Вот, и в комплектации еще идет вот такие два ключика на шестигранник больше и меньшего диаметра. Вот так вот. Переходи на сайт, заказывай.